Такая вот Angry Birds птичка вот. Ее надо запускать в рогатки и стрелять. Ну, о том, как стрелять в рогатки, я когда-нибудь в другой раз покажу. Птичка, она сама вот не стоит, поэтому у нее вот такая вот штука, на которой, собственно, вместо лап, поэтому она стоять не может. Ее как только стоишь, она перекидается вот во все стороны, поэтому ее показать стоячей я не могу, поэтому ее все время надо придерживать. Вот. Придерживать, поэтому она вот сделана. Когда-то была ручка, и она была сверху приделана на ручке, но, к сожалению, к тому времени, когда я начал снимать, уже ручки не было, так что вот такая вот штука осталась, за которую она уставлялась в ручку. Ручку, которую пишут. Вот. Вот у нее вот тут такая штука, за которую ее рогатку надо стрелять. Если когда-нибудь у меня будет рогатка, то я обязательно покажу, как стреляют вот такой вот птицей его. Вот. Выглядит она сзади вот так вот. Сбоку она выглядит тоже вот так вот. У нее вот тут вот крылья. Их тоже видно, но они или блестят, или почему-то так темно. Потому что у всего настолько и фон розовый, и птичка розовая, поэтому оно блестит, поэтому как будто бы не видно. Оно снимается, и кажется, что темно, а на самом деле оно не темно, но я думаю, все-таки у нее крылья видно. Спереди у нее вот такой вот клюв. Как же так показать, чтобы тень моя не заслоняла другие. Вот так вот она клевать будет. Вот. У нее вот такая верхняя одна бровь. Это очень интересно. Красиво смотрится. Вот такие у нее глаза. Наверное, там птица мальчик. Вот еще у нее красиво смотрится. На голове хохолок. Что очень красиво выделяет птичку. Поэтому да, совершенно не может стоять. Но ее так сделали. Ну. Все равно, я думаю, пишите комментарии, ставьте лайки, потому что птичка достойна комментариев и лайков. Спасибо за просмотр.